Приветствую вас на моем канале, с вами Лилия Донскова. И сегодня я вам хочу показать очень крутой аксессуар. Это такой пояс-трансформер. Его можно приобрести в каталоге Oriflame, начиная с номера 12. И еще несколько каталогов он будет доступен. Стоимость такого пояса 699 рублей по цене каталога. А если у вас есть дисконт, скидка 20%, то, соответственно, будет дешевле. Если у вас дисконта нет, обращайтесь ко мне, я вам помогу оформить скидку. Итак, покажу, как с этим поясом можно поиграть. Покажу на разных вариантах моего гардероба. И начну с такого комплекта. Это черный комбинезон, красная рубашка. И пояс состоит из двух частей. У него одна часть такая овальная с прорезями. И просто длинный-длинный пояс, тоже двухсторонний, как и деталь, так и сам пояс. С одной стороны черный, с другой красный. Я сейчас вам покажу вариант, когда у нас красный сверху. То есть мы накладываем пояс на талию, да, ищем середину, где талия, обматываемся. И у нас получается комбинация красного с черным. Можно завязать просто узлы, такие вот узелочки, посередине или чуть-чуть сместить в сторону. Вот они будут так бултыхаться. Со временем пояс немножечко расправится, обляжется, потому что это новый совсем аксессуар. И получается такой гармоничный комплект. Не нужно добавлять красного, будет слишком большой перебор. А вот в такой вот контрастности это смотрится очень эффектно и вызывающе, немножко даже вызывающе. Поэтому нужно, когда вы одеваете такие яркие, эффектные вещи, чтобы у вас образ был полностью идеальный. То есть и маникюр, и макияж, и прическа. И очень тонкие аксессуары, их должно быть совершенно немного, потому что слишком перегруза в одежде делать не нужно. Итак, первый комплект. Запоминайте, это комбинезон с поясом, комбинированный красный с черным. Потому что у вас будет в конце голосование, и вы напишите тот вариант, который вам больше всего понравился. Что я переодеваюсь, сейчас будет следующий вариант. Вариант номер два – это простое серое платье-футляр, то есть оно в обтяжку, на нем нет никаких деталей, просто ровное, скромное платье. Если вы одеваете красные туфли и такой пояс, то платье сразу начинает преображаться в что-то уже более такое интересное, эффектное. Если нет красных туфель, то в этом варианте нужно добавить, можно, кстати, не добавлять, да, но можно добавить какой-то небольшой аксессуар, может быть, красные сережечки, только они должны быть не громоздкие, а такие классические, просто, например, красные бусины. И тогда будет вот такой вот классный вариант платья, уже стало не просто серым футляром таким незаметным, а уже таким соблазнительным, акцентным. Заметно. Итак, вариант номер два – это серое платье и красные аксессуары. Голосуем. Третий вариант – это когда у вас черный верх, черный низ или это длинное черное платье, и надо добавить маленький акцент. И я предлагаю сейчас использовать такой вариант. Деталь крупная у нас будет черным. Сверху он где-то, красный мы прячем, а вот красный пояс, тонкий, мы как раз показываем немножечко, как маленькую-маленькую детальку, таким акцентиком мы добавляем на талию. Получается, это не очень агрессивно, то есть где-то красное мелькает чуть-чуть здесь и здесь. И если есть туфельки, то тоже будет очень здорово смотреться. То есть вот такой вариант. Это у нас вариант номер три, когда пояс мы надеваем на полностью черную одежду, черной деталью крупной вперед, а пояс мы выворачиваем красным и обматываемся вокруг талии. Вот такой классный вариант. Двигаемся дальше. Следующий вариант, это вариант номер четыре, когда у нас брюки черные, блузка белая, и пояс мы делим на две части, то есть самую основу мы убираем, остается поясочек, и здесь будет очень классно какие-нибудь акцентные красные бусы, бижутерия какая-то, все, что у вас есть. И тут важная фишечка, смотрите, обматываемся мы красной стороной, раз, так, в ту сторону, так, чтобы подлиннее, два, а когда мы делаем завязку, то мы стараемся вывернуть
узел так, чтобы черным у нас вылезло сюда. То есть, чтобы у нас вот так вот было чуть-чуть черного. При этом делаем небольшой напуск, такой совсем небольшой напуск, бусы. И туфли в этом случае мы подбираем любые, можно как черные, так и красные, это будет очень красиво. Сумку черную, красную или белую даже сумку, то есть та, которая у вас есть, поиграйте с своим гардеробом, то есть посмотрите, что вам больше нравится, как это лучше смотрится. И у нас остается с вами, ну, как минимум, еще один вариант. Сейчас мы к нему придем. А пока рассматривайте эти варианты. И завершающий вариант – это вечернее черное маленькое платье, которое можно носить вообще самое разнообразие. Вот на нем как раз можно и показать этого пояса трансформера. И начнем мы с одного ремешка. Тоже обмотаемся. Мне очень нравится, что можно обматываться как-то по-разному. Например, вот так крест на крест пустить. И здесь сделать маленькую такую петельку. Так. Немножко он туговатый, поэтому никаких там особых бантиков завязать не получится. То есть вот такой у нас пояс, он как бы обыгрывает талию, подчеркивает силуэт бедра. И получается вот такой вот интересный вечерний вариант. Это один вариант. Следующий вариант с этим же платьем, когда мы будем весь пояс использовать целиком, ну и так как аксессуары красные и платье достаточно черное, то мы добавим, конечно, черного. И мне нравится именно вот этот вариант, когда не просто чисто красное, а когда мы делаем комбинацию и просовываем по красному, идет тонкий черный пояс. И здесь мы делаем таким образом. Также мы прикладываем сбоку, обматываемся, ищем талию, прикладываем сбоку пояс и завязываем. Можно попробовать даже завязать некий бант. Я думаю, когда он немножечко разносится и размягчится, то у нас будет он мягче лежать. То есть вот такая петля красивая. Тоже очень интересно. И также можно его сдвинуть наперед, как мы уже носили с вами, то чтобы это было по центру. И будет вуаля, тоже прекрасно, эффектно. Тут в этом случае акцент, конечно, идет на талию, то есть подчеркивается фигура, подчеркивается силуэт. Талия как будто бы утончается и становится прям маленькая, тоненькая такая осина. Конечно же, это всегда красиво, когда тонкая талия и широкие бедра. Итак, выбирайте, какой из вариантов вам больше понравился. Ставьте цифру этого варианта в комментариях. С вами была Ливия Донскова. До новых встреч в наших видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик, чтобы всегда получать наши новые видео, которых скоро будет еще огромное количество. До новых встреч. Пока-пока.